Студенческая пора для многих юношей и девушек – самое незабываемое интересное время, где перед молодыми людьми открывается много неизвестного. Не только получают знания в области выбранной профессии, но также проявляют себя. В филиале Дагестанского государственного университета прошел круглый стол, посвященный празднованию Дня студента. О самом празднике присутствующим рассказала студентка 4-го курса экономического факультета Залина Ирзаханова. Ежегодное празднование Татьяниного дня было настоящим событием. Она состояла из двух частей. Первое – это было непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся страна. В 18-й половине 19 века университетским, а потом и студенческим праздником стали торжественные акты о знаменовании окончания учебного года. Студенческая пора не ограничивается только изучением дисциплин, лекциями, семинарами. Для всестороннего развития студентам созданы все условия. Со словами поздравления в адрес молодых людей выступил заместитель директора по воспитательной и социальной работе Мирза Мусаев. Студенческие годы самые запоминающие в вашей жизни, самые веселые, самые хорошие время жизни. Запомните, то, что вы здесь участвуете сегодня, это вам тоже большой плюс, чтобы вы узнали многие, так не знали, что за праздник. Студенческая жизнь – особое время, наполненное исключительно энергией действия, жаждой достижения всего нового и накопления знаний. Далее беседа преподавателей и студентов прошла в форме вопрос-ответ, где со стороны молодых людей прозвучали все интересующие вопросы в адрес своих наставников. Что вас раздражает в людях? В людях раздражает лицемерие, неумение держать слово. Ну вот такие вот. Основные. А в студентах? В студентах раздражает, ну это, не будем говорить, что это сплошь и рядом, но бывает, когда неуважение к старшему, неуважение к своему товарищу, сокурснику и так далее. Годы учебы – самое приятное время увлекательной и интересной юности, где каждый из студентов осваивает не только знания, но и приобретает друзей, узнает много нового для себя, ставит перед собой цели, которые нужно достичь. Вика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».